блин, ты на меня плюнула. Настоящее лицо Насти 3. Настя Росомаха. Покажи. Ну, ты меня быть выложишь. Ну, вот тогда. Смотри, как красиво. Красотка? Да. Скоро вы увидите это страшное место. Да, Настюка? Да, надеюсь, мы выживем. Пошли, надо, мне надо, очки. Настя боялась через сюда идти сначала. Да, Настюха? Да я очень боюсь ходить. Это опасно. Тут, кстати, возможно, скоро будем съемки делать. Все, тихо. Смотрите, на самом деле достаточно веселое место вечером выглядит. Да, Настюха? Тут еще очень вкусно пахнет. Я говорю, потому что ты тут находишься. Тебя не было, просто пахло Настю. Конечно. Это серьезно говорю. Вон, смотрите. Опасно, ну, да, выглядит? Красиво. Чего ты боишься? Короче, если что, я приготовилась. И вот если что, то вы все знаете, все видели, все. Свидетели. Да. Как вы об этом знаете, если... Настюха, иди вперед. Паша, я не пойду. В смысле не пойдешь? Паша, нет, меня опять напугают, блин, сейчас вот тут еще говном кто-то нассал везде как будто. Настя, иди. Иди вперед, я просто люблю тебя снимать и разговаривать на фоне. Давай, иди. Нет! Короче, если что... Сейчас снимаем. Знаете, никого нет? Не знаю. Потому что тут убивали людей, тут сыро от крови. Настя. Свобода, входи. Настя, там кто-то сзади идет. Настя! 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 Настя, блядь, я тебе серьезно говорю, Настя! Настя! Я же видел. Мы идем в очень... Прикольное место, но мы не знаем, прикольно оно или нет. Мы просто на фотках видели, так что узнаем вместе с вами. Йоу. Йоу. И там снимем видео очень крутое, потому что у нас 100к, надеюсь, у нас... Ладно, все. Давай сфоткаемся. Вот, вот так, вот сюда. Подойди, пожалуйста. Это видео, Настя. Зачем ты мне этого написал? Нет! Видишь, однажды ты мне ответила нет, но сейчас я не думаю, что ты ответишь так же, да? А что, если ты за меня выйдешь, Настя? А? Выходи за меня замуж. Ты что, серьезно? Да. Я согласна. Согласна? Да. Ну что, Марк? Что, это тоже серьезно? Да? Я чуть-чуть там. Ну, снимай меня. Почему? Мы же с тобой все меняем жизнь. Мы с тобой кому-то нужны. Себе уже будем по-настоящему нужны. Вот это ради подписчиков или ради меня? Ради подписчиков? Ради тебя, Настя. На, держи. Там проблема только одна, к сожалению. Открывай. Там какой-нибудь жук, наверное, блин. Ты что, даже не расплакалась только? Я ожидал больше. Там кольца нету, мы его сейчас пойдем покупать. Мне мама не разрешила покупать без примерки. Она сказала, все кольца индивидуальные. Знаешь, такое подарил кольцо? Там нету кольца. Да, там. Ну, я поэтому с закрытым подарил. Все? Блин. Подарки закончились. Пойдем кольцо покупать. А? Хорошо, убери камеру. Ну, что? Говорю, Наське, это купил чисто под кольцо, под колечник вот этот вот красный, чтобы она повелась, как дура, что там кольцо, и согласилась на свадьбу. А?
Прикольно придумал. Ребята, вот вам идейка, как бабу-то завоевать. Берешь эту херню красную, покупаешь, она копейки стоит, и все. И получается, как будто ты даришь кольцо, и настоящее, еще и крутое, наверное. Так что, ребята, учитесь у Павла, а да. Плохого не последует. Не, на самом деле, сейчас сходим, наверное, купим кольцо. Наверное. Наверное, если за квартиру передумаем платить и от еды откажемся до конца месяца, то купим колечко. Ладно, я шучу. В первую очередь все покупки я делаю для вас. И покупка айфона была тоже для вас. Чтобы вести Инстаграм еще более классно. И чтобы Перископ начать выходить. Итак, Настя, купленный вам айфон будет использоваться для данных действий? Будет. Вы обещаете то, что будут фотографии в Инстаграме часто? Да, будут часто фотографии в Инстаграме. Минимум 5 раз в неделю. Сейчас посчитаю. 5 раз в неделю. Ну ладно, 5 раз в неделю. Минимум 5 раз в неделю фотографии. И в Перископ будем заходить минимум 2 раза в неделю. Давай не будем так, потому что всякое бывает. Вдруг фоток не будет нормальных. Будешь фоткать. Будешь всегда искать момент. Хорошо. И фоткать. Да, или снимать какие-нибудь мини-пранки надо мной. Паш, все для и тебя. Постоянно выкладывать. Я зачастую мечту моей жизни, и теперь я готова на все ради. Ребята, хочу вам сказать такую новость, что Павел мне не подарил кольцо. И он сделал правильно. Потому что оно могло не подойти. И сейчас вот мы ходим и ищем кольцо. И зашли уже в магазинов 10, наверное. И там вообще все не подходит. Так что, если вы делаете предложение своим девушкам, то лучше сходите и купите с ней кольцо. Да, Павел? Ну, я считаю, что ты сделал правильно. Да, а еще можно передумать, успеть еще. Это шанс. А это неправильно. Смотрите, какое у меня крутое колечко. Не видно ничего. Так ты идешь, потому что. Так он не фокусируется. В общем, ладно.